Кстати, мыло надо было размешать. И давай тогда еще белую. На получение вот такой вот. Сейчас вынесем на свет. Такой вот голубенькой смеси. Чтобы это не казалось полностью прозрачным. Так, туда еще надо добавить щепотку сахара. Как же у нас сладкий. Этот, хочу сказать, из каких-то сладкого, он не любит сладкое. Щепотку сахара. Так. Вот так, щепотка сахара. И должна быть щепотка соли. Да. Если кому не нравится освещение, у меня просто телефон такой, освещение все портится. Ну и вот. И надо перемешать. Так, перемешать сейчас. Извините, что бегаем с места на место, то что неудобно немножко. И вот. Так. А дальше мы кладем лимончик. Лимон. Бля. И вот. Оторвись. Сейчас. Так. И сверху мы уже посыпали этим листочками салата. Ну все, можно звать критика. Сейчас позовем. Наш кулинарный критик куда-то ушел, и нам пришлось вызвать другого, который любит салаты. Так. Пахнет зубной пастой. А, ничего, кушайте, кушайте. Это клевый салат. Он с лимончиком. Ну ладно, попробуем. Ням. Так, что за вкус зубной пасты? Мятный. Видать, вы туда немножко мяты положили. Ну, конечно, мятый. Ням-ням, мятный. Я люблю мяту. Мяту очень. Мне нравится на самом деле этот лайпасы. Что вы сказали? Ничего. Мне понравилось. Вкусно. Ну ладно. Допустим, вкус. Есть у вас ням-ням. Дайте мне ням-ням. Как вкусно. На самом деле, ребята. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Кому не нравились мои видео, камера тряслась, уговорили. Я снимаю на телефоне. А чтобы снять вот такое, мне приходится пикать туда-сюда где-то 100 раз. И голос этот мой не настоящий. Просто камера плохая. Надеюсь, мне если хорошо закончу четверть на Новый год, мне родители, кажется, купят новый телефон. Извините, звезды, я снимаю у бабушки. Ну там нигде ни капельки покоя. Ну и вот, приходится так. Может, даже родители купят камеру, на которой стоять, и новый телефон. Мне было все нормально. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И правда, простите за это. Всем пока!